Если бы Михаил Юрьевич Лермонтов увидел, какая улица названа его именем, он бы наверняка вспомнил свои же строчки «Прощай, немытая Россия». Впрочем, в Оренбурге это во многом типичный вид частного сектора, и улица Лермонтова ничем не выделяется. Когда мы строились, здесь и скотину пасли, все на свете. И траншеи были, вот так. В день 200-летия поэта оренбургские кадеты решили немного облагородить территорию. Привлекли силы центрального района, и пошла работа. Вывести весь мусор, конечно, не удалось, но чище явно стало. За работой с недоумением наблюдали местные жители. О том, в честь кого названа их улица, смогли вспомнить немногие. Скажите, в общем, что вы знаете о Лермонтове? Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром французом Монтана. После чего на улице Лермонтова, наконец, звучат стихи Лермонтова. В поэтических чтениях приняли участие сами кадеты и многие добровольцы, жители той самой улицы, среди которой все-таки оказались почитатели творчества великого поэта. Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Еще у ног Кавказа тишина, молчит табу. Река журчит одна. Вот на скале новорожденный луч зарделся вдруг, прорежавшись меж туч, и розовый по речке и шатрам разлился блеск и светит там и там. Виталий Сапожников, «Наше время».